Так, так подойдет получше difficulty Norman. Хрен с тобой. Что это такое у нас? Ой! Это интересное, кажется. А, так мы выбираем себе. Ага. Пучи, 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 пучи. Прыгать даже можем. Поэтому мы покатаемся. Сейчас. Что у нас здесь такое? Блин. Это что, простите, такое вообще? Так, бочки мы разлили. Это потом можно пожарчик сделать. Как интересно. Патроны ограничены. Да, 110. Слушай, забавно. Слушайте, я вот вообще-то в ребятульке. Специально разлил. Я вообще-то специально разлил это топливо, а там кто-то помер. Дирти коктейль. Че это сейчас было? А, мы бомбы еще кидать можем. Так у нас их только две штуки. Погоди, здесь что, рандомные уровни, что ли? Ага, мы можем еще всякую хрень собирать. Погоди, вот это вот... А, так тут вот как уровни идут. Забавно, слушай. Ага, понятно. Значит, это у нас типа слот быстрого доступа. Тут за мной глазик теперь будет летать. Долго? Любопытно. Ага, 8 баксов стоит. И одна только есть аптечка. Блин, жалко, я вот. Я думал, то тут мы сможем выйти на общую поверхность. Да нет, бегаем вот по такому коридорному миру. Ходу дела рандомному. Ну, в принципе, прикольно. Глазик мой! А, он со мной. Ладно. Куда нам тут идти вообще? Ну, судя по всему, нам только наверх тут идти. Больше-то идти некуда. Правда, пистолетик тут, конечно.
слишком большего размера, чем я ожидал. Да нет, это мне сейчас не интересно. Давай-ка глазик возьмем. Откроешься, открывается. Че, неужели кто-то сдох? Думал, от огня здесь вообще никто не дохнет. О, здорово, Кэо! Так, что мы можем выбрать? Меч! О, давай эту хренатень купим. Чё? Не хватает денег, жалко. Сейчас пойдем кому и как запиндюрим в одно место вот эту вот ерунду. О, босс. Ой. Кажется, тут запиндюрили мне в одно место кое-что другое. Ну, в принципе, прикольная игрушечка, слушай. А вообще, она демо-версия. Пролог. Сколько она стоит? Ну, это пролог, опять же. Ну, я добавлю желаемое, посмотрим, сколько она стоит вообще. Я подписываться не буду. Посмотрим, когда она тут выйдет-то. Непонятно. Ну ладно, в принципе.